Мазда третьей модели влетела в забор, пытаясь уйти от столкновения с Daewoo Nexia на перекрестке улицы Ташаяк и Левобулачной. Японская иномарка в результате налета на ограждение сильно пострадала. Автомобилю понадобилась помощь эвакуатора. Мазда больше не смогла передвигаться своим ходом. Nexia же получила менее значительное повреждение. По предварительной версии, водитель Мазды направлялся с Кремлевской дамбы в сторону Блака. Daewoo уже ехала с улицы Кремлевская в сторону Ташаяк. Кто выехал на красный сигнал светофора, теперь предстоит установить автоинспекторам.